Мы обнаружили его в номере Лео Кроу. Я помню, как его вручил ему тогда в Балтиморе. Прошу вас. Что вы откопали? Убийство женщины по имени Энн Лайвли. Джон говорил о нем. Это взято из изолятора? Да. Это вариант Артура и Дэшиэла. Варианта Агаты не было. А вот это записано в киберсалоне. Эндертон скачал прямо из мозга Агаты. Ему помог Руфус Ти Райли. Это то же самое предвидение. Не совсем. Посмотрите, откуда дует ветер. Взгляните на волны. Они движутся от берега. А вот другой вариант. Тот, что хранился в изоляторе. Это видели близнецы. Взгляните на воду. Ветер изменился. Волны поменяли направление. Убийство происходит дважды в разное время. Эндертон просмотрел это в изоляторе как раз перед тем, как его обвинили. Да, я знаю. Он пришел ко мне и рассказал о пропавшем варианте. Он боялся, что вы найдете его. Что ж, не зря. Я его нашел. Он хранился в мозгу Агаты. Но вот что странно. Зачем кто-то стер его из базы данных? Дэнни, а что вы сами думаете? Что кто-то безнаказанно совершил убийство. Но как? Джет сказал мне, что провы порой видят одно и то же убийство много раз. Это называется эхо. Или дежавю провидцев, как говорит Джет. Да, мы обучили техников выявлять их и не брать в расчет. Да, но... Что если техник принял за эхо другой вариант? Что, если на самом деле он увидел совсем другое убийство? Нет, я не понимаю. Нужно было просто нанять кого-то для убийства Эйн Лайвли, какого-нибудь любителя нейроина, бродягу с улицы. Бойцы отдела предотвратили убийство. Виновного в изолятор и под венец. И вот тогда, именно тогда, кто-то другой, ознакомившись с предвидениями и надев такую же одежду, совершает убийство точно таким же путем. Картинку видит техник, решает, что это эхо, и все стирает. Естественно, это мог сделать лишь тот, кто имел первичный доступ к предвидениям. Кто-то из начальников. Что я слышу? Ничего. Ни шагов на лестнице, ни шума вертолета за окном, ни клацанье паучьих лапок. А знаете, почему я этого не слышу? Потому что сейчас провидцы ничего не видят.